Окей. Эти символы на стене совпадают с символом на записной книжке. Похоже на зацепку. Поехали. Чунок мало. Это окей. Записная книжка 4 Клементина. Записная книжка аутсайдера, на ней тот же логотип, что на той, который нам дал Момо. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Все идет по плану, нам удалось связаться с верхним уровнем до из строя. Они находятся так до того, как прямопередатчик вышел из строя. Они находятся вместе под названием Мидтаун. Во всей видимости, оно находится под контролем какой-то жесткой власти. Я недавно говорил с мамой, его глаза, я знаю этот взгляд, он не пойдет с нами. Давайте найдем другие записные книжки. Окей. Еще две, кажется, надо. Куда нам теперь? Вообще понятия не имею. Мне охота вот сюда. Не знаю почему. Вообще, кажется, вниз надо. Думаю, что аутсайдеры живут в верхних квартирах. На этих узких улочках мы ничего не найдем. Так зачем мне тогда это самое-то? Спустился. Я думаю, внизу что-то есть. Окей, ладно, вверх, пойдем обратно. Вверх. Еще выше, еще Савантино. Так, вон туда я хотел, чтоб туда прыгнуть. Ага. Тут есть ход. Раз для такого маленького, как я. Окей, библиотека, кажется. Эй, док, я нашла ключ от твоего сейфа, с ними надо быть осторожней. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея, библиотекарша Джесс. Окей. Это сейф, значит, есть, да? Вот он. Ой, это картина. Картина. Как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42. Ага, еще один. Еще что-то. Что мы подобрали? Ноты. Ноты. Где этот сейф?
Так, за кучей книг. Не самая лучшая идея прятать сейф за кучей книг. Кучей книг. Поспать? Поспать. И книги вытолкал я. Я не знаю, где сейф. Я сейчас отсюда уйду. Да вот же он. Ты. Есть книга? Есть. Молодец, еще одна записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. Последние несколько недель исследований я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь им отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Давайте найдем другие записные книжки. Все, в принципе, здесь мы все, значит, да? Окей, еще одна. Еще одна книжка. Вон там где-то, наверное. Так. Так. Здесь мы были, по-моему, вон там, вон. Угу. Здесь. Знаки инсайдера или как называется. Так, нам надо сюда и куда-то. Как сюда забраться? Никак. Сверху. Сверху прыгнуть надо. Ок. Да. Вот сюда. Так. Так. И все на этом. Как дальше быть? Как зайти? Явно же с подвохом тут что-то. Выше, возможно, да? Электроснабжение вентиляции. Окей. Мы, значит, пойдем через вентиляцию. Опа. Мы дома. Так. Вот здесь у нас интересно. Спричи. Какие-то. Так. Я ни хера не вижу теперь. Как его снять? Сейф. Написано «следуй за цифрами», но это выглядит как двоичный код, последовательность 0 и 1. Мы должны так или иначе расшифровать код, возможно, он имеет отношение к сейфу. Еще. Это есть, наверное. Я не был. Программист Эллиот. Стучите двери, ждите, пока вам откроют. Ты так будешь стоять?
Давай познакомимся, а? Тебе нужен Эллиот, он вон там. А, ты Нестор. Нас запрограммировали быть рабами, но уже 2 544 2 544 876 556 дней. У нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры найдут выход из этого ада. Момо. Ну ты. Что нам скажет Эллиот? Так у него... А, у него есть ноги. Я подумал, у него нет ног. Это дерево настоящее чудо науки. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растение, которое процветает без солнечного света. Органические жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. Окей. Окей. Окей, окей. Эллиот. Да, чем могу помочь? Хочешь, я пришлю для двоичный код? Секунду. О, мне нужно откалибровать мои линзы. Готово. Означает бар ТФР. Странно. То назначает встречи с помощью двоичного кода. Окей. Значит, нам надо в бар. Эллиот нам помог. Бойтесь миром, люди. Люди были первыми обитателями этих мест, похоже, они все мертвые. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что глупый вопрос с моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для... Растение хотел портить настроение. Пошли дальше. Вот, кажется, газировка, да. Здесь не был. Был. И я тут. Нам к этому, который на рынке. Начинает раз. Лучше на рынке. Сейчас средства. Окей. Здесь и на виски напиток. Сейчас средства. Больше средства у нас вот здесь. Супер спирит. Значит, через дверь я не могу зайти. Логично, что лучше зайти через с крышу. Осторожно, мне нужно сотрудничество, я не хочу уронить еще одно ведро. Во? Сейчас выйдет этот мужик. Злой. Очень злой. И эти тоже расстроены. Теперь мы идем вниз. Кубки замыкаем.
средств. Что ты хочешь? И банки. Только одна пока что. Нам надо теперь к бабушке. Бабушке. Бабушка. Нет, бабушка. Сколько ей понадобится времени? А, тут скипается. Шарф. Держи, малыш, он тебе отлично подойдет. Вид очень теплый, идеально для замерзшего робота. Это не просто так. Куда нам дальше? Встретиться с кем-то в паре, кажется. Какая-то. Опа. 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. Похоже на код. Похоже на код. Все посмотрим. Смотрим, посмотрим. 8, 3. 1, 2, 8, 3. Все, 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 все. Ну, блин, ноты. Ну-ка. Так, 8. Где 8? Знаем, может, к маму надо. И что нам делать? Окей. Теперь надо аутсайдер открыть.
бы эту ноту не искать? Чем сколько времени потратил? Подожди, тут я был, книгу взял. Там я был, книгу взял. Там я был, книги не было. Почему? Почему? Датчик. Ура, 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 ура. Вот это. Пойдем со мной. Ну, пошли, посмотрим. Видишь, что здание? Повышайся над остальными. Если установишь первый датчик на самом верху той башни, мы сможем общаться с всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Ты единственный, кто достаточно мало и быстро, чтобы увернуться от цурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Часть идет. Сиду страшно, что мало сурки. Эти маленькие существа. Выше. Вон они. Мега. Это же существа из Half-Life, которые на голову садятся. Окей.